Сейчас смотрю прошлый влог. Всем добрый день. Сейчас сижу, монтирую влог. Хочу сегодня вот этот вот комод, который мы вчера с Алексеем собирали, хочу его сегодня заполнить. Подготовила уже одноразку. То, чем я реже пользуюсь, я положу в первый ящик, потому что, как вы видите, какой-то он не очень. Что-то и этот тоже. Вчера нормальный был. И как вот тут жесть. Вот этот самый нормальный. Сюда я положу материалы, которые находятся вот здесь. И хочу, чтобы они рядом с кушеткой, с реклайнером находились. А сюда я уже положу те вещи, которые находятся в ресепшн. Или что-то из того, что находится на подоконнике. Первая модель и единственная на сегодня у ученицы. Она уже работает, принимает ее. Сегодня в планах разобраться с комодами, принять одну клиентку. Скорее всего, я ее буду принимать там же, в той студии, чтобы быть рядом с ученицей. Но ученица настолько самостоятельна, что даже если я рядом с ней сижу и смотрю, что она делает, она у меня никогда ничего не спрашивает. Просто делает сама и все. Я еще к Марине записалась на наращивание ресниц. Но что-то я смотрю на свои реснички, что-то они в хорошем состоянии. Не знаю, еще хотела межресничку сделать. Татуаж. Видите, губки я сделала. Под цвет кофточки подходит. Мне прям безумно понравился татуаж. Если хотите, я подробно сниму, как это было. А губы это, конечно, жестко. И поэтому я боюсь идти на межресничку. Хочу немножко затемнить. Но первое время придется ходить без ресниц. Я пока еще думаю. С начала года. Я сначала записалась на межресничку, потом отменила, потому что побоялась, что будет так же больно, как и губы. Я просто не могла терпеть. Ну что, давайте начнем заполнять наш комод. В верхний ящик комода я положила всю одноразовую продукцию, которая мне требуется для работы и для обучения. Принесла все ресницы, но в итоге они у меня не залезли. Я утащила их назад. Во второй ящик я положила ресницы на гораку для отработки пучков, я на них не работаю. А в нижний ящик я положила продезинфицированные инструменты. Пока я занималась комодом, ученица самостоятельно наращивала ресницы, ускорила в 20 раз это видео. Валерия только стала на наш путь, поэтому делает все достаточно долго, но смотрите, как аккуратно она надевает патчи, надевает скотч, никакого дискомфорта клиенту не приносит. Сделала разметку ближе к натуральному эффекту. Уголки глаз клиента опущены, если вы заметили, грустные глазки. На них нельзя, не рекомендуется делать лису, либо лучше, если клиент хочет лису, делать ее подальше от внешнего уголка, допустим, белку. Ученица сейчас сидит рядом со мной, и мы обсуждаем ее наращивание. Здесь, кстати, очень полезная методика снимать девочек со стороны мастеров и показывать потом им их действия. Она не думала, что она так медленно все делает, что патч раньше она одевала и гладила его, не знаю зачем, просто гладила много раз. Вот, и эта техника очень помогает. Попробуйте заснять себя со стороны и посмотрите, сколько лишних движений вы делаете. Глаза у клиента не покраснели после процедуры, все было великолепно, нигде ничего не кололось. Вставлю вам фото, что получилось у них. Ресницы клиента достаточно сложные, они вверх растущие, мы выбрали на такие ресницы изгиб C. Вот, клиентке все понравилось, кроме длины, максимальная длина у нас была 10.
Так как ученица у меня только на 0,1 пока работает, а на 0,7 она не практиковала толщину 0,7, поэтому мы выбрали длину покороче. Здесь я упаковываю свои инструменты и потом положу их в сухожар на 1 час 180 градусов. Сухожар у меня ферропласт 5. Что ты сейчас сказала? Не, нормальный. Ты это про натуральный или про то, что ты нарастила? То, что я нарастила. Мы сейчас сидим. Ученица делает пучки. Ты хочешь там выложить? Да. Нельзя? Чтобы все было естественно, натурально. У меня так глаза болят, что-то ужасно. А мы сейчас сидим, редактируем сегодняшний влог. Делаем пучки. Сегодня больше у нас не будет моделей. Еще часок посидим и пойдем по домам. Завтра, сегодня, можно сказать, официальный последний день обучения. Но нам еще нужно троих моделей отработать. После своей основной работы придет отрабатывать еще моделей. Последнюю работу от и до постараюсь снять, как Валерия будет отрабатывать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Последнюю. Пока скажешь. Пока-пока.